Привет всем! Как сделать скриншот в программе Blender средствами самого Blender, не прибегая к каким-то сторонним программам? Например, мы хотим отскриншотить вот это изображение. Нажимаем Window, Save, Screenshot. И у нас открывается браузер, где мы хотим сохранить, который спрашивает нас, где мы хотим сохранить нашу фотографии. Клавиша N, и справа у нас появляется меню, где мы также можем выбрать формат, в котором хотим сохранить наше изображение. Закрываем. Но что если мы хотим сделать скриншот не всего окна, не всего интерфейса, а какого-то отдельного окошка программе Blender. Опять же, Window, Save Screenshot, Editor. И у нас появляется возле курсора маленький квадратик. И мы направляем, например, хотим сделать скриншот вот этого маленького окна. Нажимаем. И опять же у нас браузер, где мы пишем название нашей картинки. Save Screenshot. Или, например, сделаем изображение вот этой картинки. Когда нужно навести на само окно и только тогда нажать правую, левую кнопку мыши, и тогда у нас откроется браузер для сохранения. Вот наша сохраненное изображение этого маленького окошечка. Изображение второго окошечка, которое мы сохраняли. Понятно, да, что можно регулировать размеры и сохранять в том размере окошечка, в котором нам удобнее это делать. И еще один момент. Как нам сделать быстрый рендер вот этого вьюпорта, точнее говоря, той точки зрения, с которой мы вот в данный момент смотрим, да, и чтобы при этом сделать рендер, чтобы сделать скриншот безо всех вот этих кнопочек интерфейса. View, Viewport, Image, Render Image. Вот у нас готовая картинка с той точки зрения, с которой мы смотрим, вместе с камерой.